Всем привет, с вами Рома и Лиза. И мы играем на арене, которую сами построили. И немножко поделали ее. Да. Ладно, я открываю подвальчик. У меня что-то случилось со звуком. Да, добавили ведьм. Все, началось. Да. Кипиш, я убегаю. До свидания. Рома, теперь сейчас хана будет. Без големов, конечно, будет очень сложно, потому что они все померли. Рома, сейчас тут... Здорово, зомби пошла. Эй, вы иммигранты из Ливии. Сдохните. Мне прижали. Ром, быстрее, иди на второй этаж, быстрее. Я не смогу с ними со всеми справиться. Сейчас зайду. Блин, меня стало... Все, я справилась с ними со всеми. Сдохните. Надо пожрать. Надо в них стрелять будет. Ау! Я не могу с ними справиться, они тут... зажали. Я около лестницы, не могу выйти. Быстрее. А, вот. У тебя вообще один... Вообще-то нет, их было больше. Я шестерых убила, пока ты добежал до меня. Даже не добежал. Мне показалось, что ты умерла. Нет. У меня кончились стрелы, представляешь? Ну. Ай, надо тут раскрыть подвал до конца. Столкнул? Какая сволочь. Меня столкнули. Ох. Тут ведьма что-то застряла, мне кажется. Ведьма в подвале друг с другом дерется. А ты же говоришь, что они друг друга не бьют. Я этого не говорила. Я говорила, что ой, мы жители забыли открыть. Я думаю, что жители не бегают. Выходите. Все, они вышли, Ром. Я вижу, зомби идут со скелетами. А их так мало? Там больше нет никого. А, нет, они вылазят, они просто не идут наверх. Я застрял в паутинке. И у меня какие-то проблемы со звуком. В смысле? Ну, в смысле то, что я не слышу этой игры. Ну ладно, ничего страшного. Делай просто погромче. Да, да. Все равно, у меня там где-то носок крутит. Ладно, безумно поиграю. Меня же слышно. Быстрее, я сдохну. Скелет, умри. Скелет нападает там. На меня. Ведьмы. Блин. Они могут убить этих. Блин! Кто у меня? Ведьма! Мне надо зелье регенерации кинуть в этих жителей. Пойду побегу к ним кину. Меня убивает ведьма. Жители! Подъем! Блин, долбанная ведьма. Все, они теперь регенерируются. И сидят они все там, в одном месте. Боже. Сколько можно кидаться недолбанными зельями? Зачем ты жителя бьёшь? Да он просто подбежал. Они тут еще общаться успевают. Жители? Да. Да, я слышу, как они такие... Да. Мне кажется, там они застряли. Там эти ведьмы в паутинях застряли. В паутинях. Вроде бы никто не идет на второй этаж. Там просто жители бегают туда-сюда. И все. Да, это означает, за что... За тобой зомби идет. Да? Правильно, все пока живы, в принципе, у меня 9 картин с собой. Тут скелетон со скелетоном дерется. Они друг друга стреляют с этими стрелами. Где все остальные жители? Где все остальные монстры? Было около 20. Идиот, там эфритов не выпускают вообще. Фриты в самой жопе зомбаками. Да? Ага. Меня зажали. Сволочи. Зелье регенерации. Ой, я... Звук появился. Это просто у меня... Давай поставим на паузу. Конечно. Я слышу звук, просто я в наушниках там не нажал на... А что тебе не снимает? В смысле, он снимает? Просто я циферки ищет. Почему? А, ты убрал? А, нет, они просто в угол убежали. Да уйдите вы от меня, что тут одни ведьмы. Это проблемы больше произошли. Я вылез тебе по мостику. Попал. Наконец-то вы все повылазили. На втором этаже никого, быстрее. Кстати, самая главная наша задача — это защитить жителей, чтобы осталось как минимум один житель. Это самое главное, все остальное в принципе не важно. То. Блин! Меня в подвал скинули.
нападают на жителей. Я в паутине застрял. Мне надо взять зелье регенерации. Тут зомбак за жителем бежит. Подожди, мне надо поставить зельем регенерации. На жителей не подходи к ведьмам, они тебя убьют. Сидите в своих каморках. Так, не подходи к ним, не подходи к ним. Да сдохни ты. Прилетело что-то тут. Надо покушать. А, житель в самую жопу убежал. Блин, жителю надо взрывное зелье регенерации. У нас, походу, закончилось оно. Нет, последнее осталось. Он сейчас умрет. А, его уже отравили. Лечебное зелье, по-моему, что-то. Блин, он все равно не выжил. Ты выживешь, житель, я тебе обещаю, я помогу тебе. Я спасу тебя. Я зомбаков лечебным зельем убиваю. Ты лучше лечебное зелье на что-нибудь нужное трати. Лечебное зелье не действует на других, только на зомбаков. Так. Зомби, уйди! Мне показалось, за тобой житель бегал, чтобы убить. Ты его защищаешь, он тебя убивает. Сколько тут ведьм-то вообще? Тут житель в самой жопе, его бьют. Его убили. Какого? Блин, я его защищала. Вот тут в углу. Вообще-то я другого защищала. Вон того. Блин, его тоже мочит. Меня убили. О, каким образом? Житель, вы что там делаете? Там целых два жителя с ведьмами. Я сейчас приду, я к тебе там. Ты понимаешь? Нет, сначала надо мне в геймод перевестись, а то там вообще попа. А, ведьмы. Все, я лечу на бля. Я вижу твои алмазные штанишки. Только не подбирай ничего, чтобы я забрала и все. Меня ведьмы туда откинули. Я все подобрал. Нет. Вот это все. Как тут. Я все это заберу? Геймод. А, золотое яблочко. Зомби, они убивают жителей. Блин, Рома, почему ты на втором этаже не лазишь? Тут зомби убивают жителей. На первом этаже тоже убивают жителей. Надо срочно взять алмазный меч. О, зомбак! Вообще-то я от него и спасала жителей. Тут еще один зомбак, ты в курсе, сидит. Ну, этот-то я уже не видела. Так, на всякий случай. Он смотрит на маленького ребеночка. Он извращуга. Два зомбака идут. Да. Блин, мне тогда надо взять яблочки еще, и все, я могу идти. Блин, тут зомби-житель. Зомби-житель? Да, с носом. Тут что-то тут зомбаки заколдовали. Рома! Все, нашего последнего жителя прякнули. Или да. Нет? Сейчас посмотрим. Мне показалось, что там маленький где-то в комнате сидит. А, да. И сюда к вам бежит маленький ребенок. Зомби? Зомби. У нас дверь закрыта. А, он убежал, Рома! Этот малыш побежал куда-то. Рома, быстрее его надо защитить. Все, он сдох. Он побежал в подвал и сдох. Я собрала свои штанишки. Печалька. Может быть, где-нибудь еще остались живые? Нет. Я думаю, что нет. Выживание тут очень... Ой, яблочки мои. Нет, зомбак же идет, значит... Нет. Нет. Остался? Ну, зачем-то зомбак сюда шел. Значит, тут где-то житель. Может быть, он просто туда шел. Зачем он в комнату заходил? Я, например, никого не вижу. Все быстрее. Ну, зомбак просто сюда зашел, а зачем он тут просто так? Ну да, он же не просто так сюда шел. За сундуком прятался житель. Да? Да. Да, прелесть. Сюда идут зомбаки. О, ну все. Я тут обороняться. Короче, через несколько секунд мы победим. Если, конечно, не убьют наших жителей. Я что, их не убьют, конечно? Где они? Они наверху. Они выбежали. Выбежали? Да. Один в углу спрятался, другой тоже в углу спрятался. Ну ладно, пусть сидят в углу. Блин, один убежал туда вниз. О, щет. А, нет, это какой-то третий был. Еще? Ты зачем он убегает туда? Ты что, с фаритами делишься? Да. Еще можно же сказать, что мы победили уже. Ну, блин, я бы тут вообще не говорила бы. То, что мы победили,